В картинной галерее Черкесской открылась выставка художников-юбиляров «В семье единой», что символизирует братство народов республики и любовь к родному краю. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Выставка началась с того, что вспомнили и почтили память Мусы Абайханова, который ушел из жизни в этом году, но оставил после себя бесценный след, то есть свои прекрасные работы. Мусе Халитовичу исполнилось бы 80 лет. В церемонии открытия выставки приняли участие другие юбиляры, заслуженный художник республики Зоя Киблахова, член Союза художников России Магомед Бастанов, Азрет Хубиев, Елена Кордюкова, Казбек Аков. Собрались живописцы, друзья и коллеги. Художники-юбиляры были награждены поздравительными письмами. Присутствующих поздравили министр культуры Зураб Агирбов и директор музея-заповедника Хаджимурат Ильканов и сказали об огромной значимости творческих работ авторов. За каждой картиной история, за каждой картиной пережитые чувства. Где-то это эмоции, пропущенные через себя, через семью, где-то это услышанный рассказ, где-то это пейзаж нашей родной республики. Очень бы хотелось, чтобы вот молодое поколение, которое сейчас очень глубоко уходит в интернет, в социальные сети, и из-за этого они очень поверхностные. На самом деле в интернете невозможно вот, ни в одну тему, ни в одно направление погрузиться так, как вот мы как выучились, как мы привыкли тоже в свое время. Поэтому я думаю, нам сейчас очень важно вот, придумать новые форматы такой работы и художников, и мастеров, которые бы привлекала молодежь. Всегда рады видеть вас, ваши работы. Они украшают нашу картинную галерею. И ваши работы, опять же, напоминают нам, что в какой многонациональной республике мы живем, как много народов, как много историй переплетено у нас на территории Карачаева, Черкесии. В экспозиции представлены живопись, пейзажи, портреты, абстракция. Более 40 работ художников. В такую хмурую осеннюю погоду работы греют взор и вдохновляют зрителей. Пейзажи картину носят туда, где отдыхает душа, а тело наполняется мотивами для новых свершений. Красота природы, красота людей продолжится и дальше, чтобы люди могли видеть хоть здесь красоту. Рисую, сколько я себя помню, с самого детства. Рисовала и так же и куклы делала сама, и их одевала. Чтобы наше искусство ценилось, чтобы дальше продолжали работать. Желающие увидеть все своими глазами смогут это сделать до 10 октября. Именно столько продлится выставка. Собравшимся еще раз напомнили, что с этого года у жителей страны в возрасте от 14 до 22 лет есть возможность посещать культурные мероприятия бесплатно по пушкинской карте. Альбина Курочинова-Кенжева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.